Тебе получается? Ты что, ударился? Ну ничего, ниндзя же не этот. Встают и дальше делают. Ох, ничего себе. Ну давай с двумя руками хотя бы пробуй пока. Ну просто вот это кувыркается. Ниндзяка ты моя. У меня же нет ничего. Ну, у тебя у бабушки он остался? Следите за правильностью расположения оружия возле своего тела, иначе вы можете повредить как тело, так и оружие. Видишь? Следите за своим. Оружие не должно мешать вам выполнять перекаты, падения и кувырки. Ты крутяк, я смотрю. Вот так мы учимся быть ниндзей. Дальше. Ух, ничего себе. Это ты красавчик. Ух ты, ты что? Тихо. Скажи привет, подписчики. Привет. Я сегодня покажу, как нужно делать правильно. Если хотят остать ниндзей, сейчас покажу вам. Угу, давай. Вот, смотрите. Если вы хотите делать с мечом, добавляйте в ногу меч. А если хотите без меча, вставайте. Угу. Потом можно на колено. Сейчас смотрите, как. Так. Обалдеть. Если у меня меча нет, он у бабушки. Ага. Завтра возьму меч. Завтра буду показывать с мечом. На сегодня пока без меча. Вот, смотрите. Возьми ложку, он деревянную пока. А вот там в шкафчике во втором внизу, там где посуда, там где ложки. Деревянную большую ложку возьми пока. Нашел? А, да, да. Не, вот это. На, вот, будет твоим мечом, типа. Ну, чё это? Ну, смотрите. Угу. Да представим, что это меч. Вот, смотрите. Смотрите, вот дальше. Угу. Смотрите, если вы хотите сделать с одной рукой, через два. Вот, смотрите, сделать с два рукой и с одной рукой. Тоже с два рукой. Это самое. Молодец. Ладно, теперь. Это мы еще на карате, на боевые искусства не ходили. Илюша сам все занимается. Да, Илюша? Так, ладно. Давай, говори пока подписчикам, будем заканчивать. Я еще одна. А, еще одну? А теперь на одной рукой. Окей, давай. Ух ты, ничего себе. Молодец. Ух, ничего себе. Красавчик. Давай, все, говори на пока. Все. Подписывайтесь. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока. Всем пока.